Добрый день. Очередная распаковка посылки из Китая. Не помню, что здесь было. А, два чехла. Чехлы, по-моему, для фонарика. Да, два чехла. Почему-то что-то я не помню, чтоб я два заказывал. Странно. На посылке, в принципе, мои данные. Ну, а посмотреть в заказах. Экстар. Сделано вообще хорошо. Сейчас секунду посмотрю фонарик. У меня конвой БД-1 достаточно большой. Наверное, сюда все же не влезет он. Хотя, если только так. Ну, наверное, поменьше фонарик будет вообще хорошо. Не, материал хороший, сделано хорошо. Брать можно. Спасибо за внимание. До свидания.